Я вас очень попрошу сейчас минуточку внимания, только не вставайте, когда следующая песня будет. Да, потому что у нас будет такой номер, кто подойдет, мало ли что может быть. Ну, пугай, Дима. То есть, не вставайте, пожалуйста, сразу так предупреждаю. Тоже казачий лист, Динго, снежочки. Казачьи, вот. Снежочки на голой земле лежат, полно вам казаченьки горе горевать, полно вам казаченьки горе горевать, оставим тоску печаль во темном лесу, оставим тоску печаль во темном лесу, будем привыкать к азиатской стороне, будем привыкать к азиатской стороне. Казаки, казаченьки, не бойся ничего. Сложимся по денежке, пошлем за венцом. Сложимся по денежке, пошлем за венцом. Выпьем и по рюмочке, позавтракаем. Выпьем и по рюмочке, позавтракаем. Выпьем по другой разговор заведем. Выпьем по другой разговор заведем. Выпьем и по третьей скорой песню запоем. Ну что, нам надо дышаться. Танцевальный коллектив «Русский сувенир». Yeah.
Вот и подходит к концу наш праздник. И мы еще раз хотим поблагодарить наших партнеров. Это сначала мы хотели бы поблагодарить русский сувенир, который ушел. Руководитель Наталья Чернышева пережил и все. Слава Богу, спасибо большое за такие прекрасные танцы. Никто не остался без маленького сувенирочка. И конечно же, почетной грамоты, диплома. Похлопаем еще раз. А я хочу поблагодарить наших партнеров. Это Департамент национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики, Клайпедский центр национальных культур, Русскую общину «Лада», лично председателя общины Светланы Васечкиной, которая организовала там великолепную ярмарку и изготовила, вот видели, вот на столике рядом с иконом, с иконой «Казак». Вот это ее личное творение нам в подарок. Меценат праздника – закрытое акционерное общество «Гарангуп». И прежде чем прозвучит наша финальная песня, мы хотели бы попросить, чтобы все участники вышли. Ну вот куда там русский сувенир делся? Может быть, они постоят, ну, на финале. Мы просим русский сувенир. Русский сувенир, просим подойти сюда. Руководитель Наталья Чернышева. Светлана, выходите, председатель русской общины «Лада». Все участники. Вот ее казачок, наш теперь символ стал, можно сказать, попросили. Мы благодарим клуб «Креативное рукоделие» в Клайпеде под предводительством, так сказать, их вдохновило участвовать в этой ярмарке. Наталья Богатырева, они, вот ее палаточка там, вот женщины, не знаю, ушли они, есть они. Если выйдут сюда, будем благодарны. Участниц выставки Алены Дикун и Веры Бородиной, сюда, пожалуйста, если есть Вера Бородина у нас. Мы также благодарим Елену Фокину за помощь в проведении детской игровой площадки. И дизайнера нашего Виталия Фокина. Все выходите на финальную песню. Благодарим нашего уже постоянного партнера, медовика нашего, Николая Горчакова, который привез сюда мед и демонстрировал, как свечи изготавливают. Мы уже работаем с ним второй год. Ну и особая благодарность матушке Маргарите Артамоновой за подготовку замечательной выставки международного конкурса детских рисунков «Славянские родни». Ну а сейчас... А можно еще слово? Вы знаете, я еще хотел бы поблагодарить кое-кого. Это Бога и Матерь Божия, потому что все мне звонили и сказали, что будет дождь. Я сказал, Матерь Божия и Господь поможет. Погода будет прекрасная. И слава Богу, что все мы здесь собрались. Спасибо большое, что все пришли и порадовали нас своим присутствием. А сейчас ваше слово, да? Кто говорит сейчас? Казаки, давайте. Ну, давайте я скажу чуть-чуть. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел к нам, не побоялся плохой погоды, она оказалась хорошей. Спасибо большое всем тем, кто приходит к нам. Спасибо большое танцевальному сувениру, рапсодии, всем тем, кто... Где рапсодия? Вот чуть-чуть вкладывает... Аня, выходи сюда. Вы, хоть вкладывает чуть-чуточку в русскую культуру, в наш русский быт. И вы знаете, самое главное... Это всегда оставайтесь людьми. И да любите друг друга. Самое главное. В столь прекрасный праздник хочется пожелать. Просто относитесь понемощи друг к другу. И не забывайте себе своих традиций, свои корни, свою культуру. И спасибо, что вы сегодня все с нами. Я не вижу рапсодии здесь во главе с пятно. Светланы, где они есть, растворились. В зрителях, наверное. Есть, нет? Ушли. Ну что, тогда мы заканчиваем нашей любимой песней. И еще Юра хотел бы сказать. Да, прежде чем ее... И мы хотели бы Юру отметить то, что человек имеет просто потрясающий талант писать стихи. И вот он что-то сотворил и хотел бы вам сейчас сказать. Хотели бы все-таки закончить на красивой ноте стихами нашего поэта. Ну, поэт — это громко сказано, как всегда. Это не во мне. Но, тем не менее, душа стремится к радости, ей хочется взлететь. И на пути в рай сладости она привыкла петь. Рождается симфония небесной красоты, прекрасная гармония добра и чистоты.
заздравная, певучая, задорный перепляс, она к любому случаю, она, друзья, для вас. Кто дышит доброй песней, всегда добром живет. Храним благою вестью трудящийся народ. Донских степей хранители, кубанских нив жнецы, итерские воители, сибирские борцы. Наш круг друзьями полнит, в них посторонних нет. Сумбур ковидный кончится, и вновь придет рассвет. Меняются столетия, пройдет и этот бред. Желаем благолепия, намного классных, сочных, здоровых лет. Споем друзьям, любимую, друзья всегда в цене, казачью, красивую, ах, как же любо мне! Любо мне, когда тон разливается и зеленеют рощи по весне, и туман над рекой расстилается. Ой, да чего же любо мне, и туман. Зоренькая ясная, под рядцем отражается в огне, и блестит купола солнце красное. Ой, да чего же любо мне, и блестит купола солнце красное. Ой, да чего же любо мне. Когда песня знакомая разделит сердечно душу мне, и в кругу за столом вся родня моя. Ой, да чего же любо мне, и в кругу за столом вся родня моя. Ой, да чего. Есть желание у кого-то что-то выйти сказать? Я думаю, Дима, мы уже все сказали. Слава Богу. Спасибо всем. Спасибо всем. Пожалуйста. Дорогие друзья, я думаю, все равно кто-то должен сказать этим людям, которые нас радовали, большое, огромное спасибо. Я второй год здесь присутствую. И всех вас, и ваших родных, близких,
призываю, приходите каждый год, приводите с собой родных и близких, чтобы нас было много, ведь нас совсем здесь немного. А хотелось бы, чтобы праздник был таким, чтобы его чувствовали, видели и слышали все. Поэтому давайте до встречи каждый год здесь и в большем составе. Призываю всех. Спасибо всем. Люба. Спасибо всем.